Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем еще один вид оплетки, который используется при изготовлении украшений. Вот в этой части украшения используется именно оплетка. Здесь она единственное, что не так плотно стянута, как мы с вами будем вот делать та же самая оплетка, только здесь она более плотно стягивается. Использовать, как всегда, мы будем проволоку для основы миллиметровую медную, оплеточная в моем случае 0,4. Очень пригодится в этом случае инструмент с мягкими губками, пластиковые. Если нет таких, что-то примените, не знаю, две деревяшки, что-то придумать можно. Руками вот так вот можно будет подтягивать. Но это нужно будет делать обязательно. Приступаем к работе. Итак, друзья мои, у нас здесь 6 основных проволочек. Плетение несложное, но требует некоторой кропотливости. Захватываем мы. Давайте я разберусь. Возвращаемся на одну, снова захватываем две, и так двигаемся кверху, снизу возвращаемся на одну, специально делаю медленно, чтобы у меня и резкость там наводилась, опять сверху захватываем две. Я уже не раз показывал, но повторение мать учения. Возвращаемся на одну. Опять две. И снизу на одну. Здесь можно оставлять сверху одну петельку, но я в последнее время делаю две. То есть еще раз мы обернем ее. И теперь с этой стороны мы идем также вниз. Опять захватываем две. Возвращаемся на одну снизу. Опять захватываем две. Сверху возвращаемся на одну. Нудно, но оп. Таким образом и плетется. Так, две. На свету здесь все блестит. Плохо прицеливаться. Опять возвращаемся на одну, две, и на одну, и опять мы сделаем один виточек. Можно оставлять и такими треугольничками, и так дальше и плести, но здесь делаем плотную вязку. Ну, я это дело поджимаю. И вот таким образом мы дальше и плетем. Какой здесь еще очень важный момент. Вот так вот загибать по кругу, потом, после кого, как вы оплетете, очень сложно. Мало того, что очень сложно, она у вас вот так вот завалится. Плоскости она у вас упадет
потому что вот это, понятное дело, что внутренний диаметр будет меньше, чем наружный, а эти проволочки уже на длинном расстоянии, они у вас так не выгнутся и не вытянутся. Поэтому делаем что? В процессе, когда вы плетете, проходя какой-то участок, уже потихоньку начинаете изгибать. Изогнули чуть-чуть, дальше проплели и снова изгибаете. Тогда у вас будет более-менее сохраняться вот эта плоскость. Потихонечку, аккуратненько, но вот таким вот способом и продолжайте работать. Трудимся.